Всем привет! Решил снять небольшой такой обзорчик на сверлильно-фрезерный станок Metalmaster MND20LV. Приобретал приблизительно в конце 2018 года. Практически я ими работал. Вот в течение последних нескольких месяцев начал им более-менее что-то делать. В работе показывает себя хорошо, но не нравится мне, как работает он на, так сказать, пониженной скорости. Почему-то треск какой-то шестеренок такой нереальный. К сожалению, включить я не включу сейчас, но решил я его разобрать, посмотреть, что там внутри, что из себя представляет. В общем, заглянул внутрь, смазки на шестеренках там вообще нету, все сухое, то ли пожалелись, то ли что, не знаю. Вот такая вот фрезеровка станочка интересная, сопливая. Сопли какие-то тут кривые, пластиночки непонятные. В общем, не знаю. За такие бабки, считаю, за 100 с хреном тысяч брал его. Думаю, таких косяков вообще не должно быть. В общем, смажем, посмотрим. Насчет брать его, не брать, решайте сами. Лично я уже, так сказать, немножко жалею, что я его взял. Мне он уже что-то начинает не нравиться. В общем, глянем, что из этого получится после смазки и всего остального. Ну вот, вроде все смазал. Сейчас посмотрим, пусканем, послушаем. Смазочка разойдется сейчас. Как ни странно, стало работать лучше. Вот так вот, друзья.